Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Фердинанд Боль. «Женщина у туалетного столика». Около 1645 года. Холст масла 128/91. Наряду с работами Рембрандта в музеях хранится произведение одного из его лучших учеников, Фердинанда Боля. Здесь видны основные приемы мастерства, которые великий художник передал своему младшему коллеге. Сочная вязкость светоносных красок, богатая живая фактура костюма, удивительное по нежности лицо, смягченный теплым светом профиль, будто случайно отвернувшийся от зрителя героини. Данная картина создана как традиционная аллегория на тему тщеты жизни, ванитас, образ перехода от цветения к угасанию, и постоянство всего живого было особенно популярен в голландском искусстве в 17 века. Для иллюстрации этой метафоры живописцы часто прибегали к изображению пышущей здоровьем, красотой и молодостью женщин, которые любуются на себя в зеркало. Зритель того времени знал продолжение этой истории по средневековым миниатюрам и гравюрам. За красотой и расцветом неизбежно приходит дряхлость, старость и смерть. Вот такое описание к работе Фердинанда Боля «Женщина у туалетного столика», написано около 1645 года, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.